Вчера в ходе плановых работ по изучению морского дна российских территориальных водах Баренцева моря на научно-исследовательском глубоководном аппарате Северного флота произошел пожар. В результате отравления продуктами горения погибли 14 моряков-подводников. Решительными действиями экипажа пожар был потушен. В настоящее время глубоководный аппарат находится на военно-морской базе Североморск. Это необычное судно, мы с вами знаем. Это научно-исследовательское судно. Экипаж высокопрофессиональный. В соответствии с вашими предварительными докладами, из 14 погибших 7 капитана первого ранга, 2 героя России. Это большая потеря для флота, да вообще для армии. Прошу вас выехать в Североморск для того, чтобы лично заслушать доклады и нацелить комиссию на безусловное выявление причин этой трагедии.